Прекрасный хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям от Ибн Аббаса приводится: «Инналь Кур'ана ялька сахибуху яумаль кияма, хина яншакку анху л'кабр, карраджулю шахиб, фаякулю лах, хал та'арифуни, фаякул, ма а'арифук, фаякул, أنا صاحبك القرآن أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا ويقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. Обратите внимание на эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как они прекрасны. Поистине Коран встретит своего обладателя в день воскресения. Тот человек, который жил с Кораном, читал Коран, жил по Корану, в судный день встретится с Кораном. Когда его могила развернется, встанет с могилы в образе изможденного человека и скажет ему Коран: «Узнаешь ли ты меня?» То есть тому человеку, который читал Коран. Коран скажет: «Узнаешь ли ты меня?» Он скажет: «Нет, я не узнаю тебя». Тогда он скажет: «Я твой товарищ, Коран. Я твой товарищ, Коран, который ты читал по ночам. Я вызывал у тебя жажду в полуденный зной и лишал тебя сна по ночам. Я твой товарищ, Коран, который лишал тебя сна по ночам». И поистине положение каждого торговца таково, какой была его торговля. И поистине сегодня я заменю тебе всякую торговлю, и ему будет дарована власть в правую руку. А вечность, хульд, вечность, рай, райская обичность, обитель вечная в левую. На голову его возложит венец величия, а его родители будут облачены в одеяния. Родители чтеца Корана будут облачены в одеяния, подобных которым нет в этом мире. Нету в этом мире. Они спросят, родители этого чтеца спросят: «За что нас облачили в это? За что нас надели в это?» И скажут: «За то, что ваш сын обучался Корану. За то, что ваш сын обучился Корану». А потом ему скажут: «Читай и возвышайся в степенях рая и его покоях». С каждым аятом поднимайся все выше на степень дараджа. И он будет возвышаться до тех пор, пока будет продолжать читать, как обычным голосом, так и нараспев.